проходим закрытие летнего сезона, где участвуют все мотолюбители и автолюбители. Сегодня будут такие конкурсы, как уже прошел замер звука на мотоциклах. Очень круто было. А далее мы проведем конкурс под названием «Самые чушпанские и бредовые песни в салоне автомобиля». Тут Стас Михайлов, Джастин Бибер и Радио Кунель. Все это впереди. Ну и самое главное, мы будем, как наш любимый мэр, потягиваемся в России, проверять дороги. А это берем стаканчик, наливаем туда воду, ложим на заднюю часть мотоцикла, едем 10 метров. И главное, чтобы этот стаканчик не пролился ни на каплю. Кладем. Кладем. Я ложу, я тандарю. Ну вот, и последнее. Это, само собой, что было первым у всех автолюбителей и мотолюбителей. Это будем кататься мы на велосипеде. Трехколетный велосипед. Мы расставляем книжки, и эти книжки обижают на время. Мы читаем с секундомером. Скоростью исправляется с заданием лучше всех. Получает также самые лучшие призы от Мартёна. Это у нас.